дорогой Голливуд, пожалуйста, перестань снимать так много дерьмовых фильмов. Вот несколько подсказок тебе на выручку. Первое. Сюжет – это главное. Так всегда было и всегда будет. Это сжирает наше время на выпуску. Итак, ремейки Джуд Лоу, изменение сцены убийства Грида Ханом Соло, больше сериала «Светлячок» и или «Миссии Серенити». Конец. Ну вот, с Голливудом разобрались. Перейдем к Среднему Востоку. Ручка заканчивается. О, всегда есть оправдание. Ботаны. Эй, разве мы не договаривались не говорить слова на букву «Б»? Я ни о чем не договаривался. Ботан, слово которым они нас угнетают, нужно использовать термин. Воображер. Ничего более идиотского не слышал. Ты просто запуган. Ты запуган, потому что не понимаешь нашего мира. Что тут понимать? Я видел одну серию «Звездного пути». Ужас, я сразу забыл о нем. Да что ты говоришь, и который из них? Самый первый, с большим золотым роботом и его маленьким толстым дружком. Ты имел в виду «Звездные войны». Разве? А это не одно и то же? Нет, не одно и то же. Он знает. Откуда мне знать? Я же не ботан. И даже не воображер. Ты лучше. Я рад, что ты счастлив. Чья очередь за пивом идти? Я ходил последний. Я принес печенье из гаража. Я заплатил за тебя на входе в ночной клуб. Я заплатил за раздевалку. Я принес чайные пакетики, когда у тебя закончились. Я одолжил тебе плащ. В малом зале нет очереди. Хватит мне чипсы. Thanks. Спасибо.